Приветствую вас, друзья! Сегодня мы посмотрим с вами на фермерский симулятор. Игра вышла еще осенью, но все никак руки до нее не доходили. Меня попросили ее постримить, сделать видео по ней разработчики, но вот как-то с чередой новых релизов и то, что это все-таки не моя тема, я все как-то откладывал стрим. И стрим вообще не будет, будет только видео для Ютуба. Не знаю, насколько мне хватит, но игру мы сегодня с вами обязательно посмотрим. Что из себя представляет этот симулятор фермера, я даже понятия не имею. Видимо, придется вот так же заниматься вспахиванием полей и так далее. Романтика, не меньше. Ролик какой-то, ну, на самом деле, показали просто вспахивание одного поля весь ролик. Ну, я надеюсь, что игра будет немножко более интересной. Кстати, здесь есть мультиплеер даже. Вы себе можете такое представить, здесь есть мультиплеер? Ну, русского языка, судя по всему, нет. Зато есть вот возможности для PlayStation Pro настроек, видите? Как будто бы я на компьютер сел, серьезно. Потрясающе. Настройки прям как на компе. Так, давайте сохраняем это все. Туториал с карьеры. Давайте-ка с карьеры, наверное, начнем. Думаю, нас там посвятят во все тонкости управления. Сосновка. Давайте в Сосновке лучше. Давайте Сосновку выберем. Ну и парня, который будет с нами работать. Давайте в красную рубашку его оденем. А, можно вообще выбирать еще женщину даже. Ну просто шикарно. Естественно, женщину. Гораздо приятнее любоваться женщиной, нежели мужиком, правда? Когда ты играешь в игру. Никогда не понимаю людей, которые создают мужиков, когда можно создать женщин и поиграть за женщину, полюбоваться приятными очертаниями ее фигуры и всего прочего. Ох, красота. Вы еще пока не знакомы с основами игры. Рекомендуется пройти обучение, прежде чем вы приступите к игре. Давайте приступим. Видимо, вот знак вопроса — это и есть обучалка, да? Канола. Семена. Окей. Если у вас есть, в общем, деньги, то вы можете пополнить, скажем так, запасы семян для последующего посева. Странно, что русского языка нет в игре, это потрясающе просто. Короче, это вот тоже, не знаю, что это означает на языке фермерском, но это тоже вот этот танкер это называется, да, их тоже нужно заполнять для того, чтобы в последующем осуществлять посевы. Окей. Слушайте, графика, ну, на самом деле приятная, особенно для симулятора фермера. Прям очень даже ничего. Так, jump, enter. Enter. Нанять рабочего можно, смотрите. Можно нанять? Слушайте, ну я обычно не испытываю проблем с английским языком, но здесь очень специфичная игра.
И если честно, я бы, конечно, предпочел, чтобы она была на русском. Я думаю, что те, кто не знает английский язык, однозначно эту игру пропустят. 100% просто. Ага. Ой, я случайно уронил. Нет! О, отлично, забираем. Потрясающе. И мы приехали куда-то. Так, прочитать, видимо, это нельзя, пока не выйдешь из машины. Ну, как же медленно ты поворачиваешься. Так, купите или засадите, ну, или, скажем так, как это правильно сказать, фарм. В общем, да, либо засадите это поле. Окей, L3. Готов начать работать? Мне нужно это поле. Ага. В общем, мне дадут 17 тысяч, ну почти 18 тысяч евро, когда мы засадим это поле. Вообще есть, типа, говорит, другие парни, которые готовы взяться за эту работу. Можно что-то купить. Не понимаю, что только покупать можно. Давайте купим. А, у тебя недостаточно денег, чтобы купить поле, но на самом деле... А, поле стоит, смотрите. За работу дают за то, что ты его вспашешь. 18 тысяч евро. А... Купить вообще его можно за 350 тысяч евро. Ну, давайте приступим к работе тогда. Вот эту штуку надо брать. Мне время, кстати, дают еще. Сейчас посмотрю, надо ли брать эту штуку, и потом поедем. А то я, честно говоря, не понимаю, как это происходит вообще. И что мы делаем? Не, ну наверняка, что вот эту штуку надо как-то взять. Как? Спереди, наверное, не сзади она цепляется. Смотрите, хоп. Нет. Во! Есть же. А можно приступить как-то к работе, я не знаю. Хонг. Я был бы признателен, если мне объяснили, как тут надо. А, вот так вот, да? Ну-ка. Activate cruise control. Мазов.
Как опустить-то эти рога? Ёкаламане. Lower header. Так, что? Вот, вижу что-то. Вот, ну наконец-то. Он не крутится. Lift header поднять. А как начать работать? Почему так все сложно-то, ну? Это на 40 минут, прикиньте, вот это поле только вспахивает. А, вот, смотрите, опускаю. Во! А хотя бы работа-то идет вообще, как-то отличается. Может, нам просто не показывают, что происходит. Круиз-контроль все-таки включить. Интересно, как он... Вот она, я точно знаю, она должна крутиться. Но как? Она же не крутится ни черта. И вообще, как понять, идет ли какая-то работа? Мне кажется, ничего не происходит вообще. Да, должна, вот я понял, она должна как-то эти трубы, видимо, косить, что ли. Не знаю, что должно происходить здесь. Оно, соответственно, должно как бы выпадывать. Как же тебя заставить крутиться-то? Turn on combine, ну-ка. Аллилуйя! Неужели мы это сделали? Я не могу в это поверить просто. Все, мы включаем круиз-контроль. Начинаем спахивать поле. Посмотрите, вот оно, то, что я хотел добиться. Вау. Ну что, очень увлекательное занятие, надо признать. Что, серьезно, люди вот в это угорают? Серьезно? Не могу поверить в это даже. Ты просто едешь и вспахиваешь поля. Ой. Ой. Окей. Очень даже весело. Я не знаю, может тут, конечно, какие-нибудь интриги есть и... Что-то еще дальше будет по сюжету, но все-таки сомневаюсь, на самом деле.
все весьма представлено в виде текста, то есть вот эти задания, условия и так далее, то есть пока никаких даже роликов не было. Представляете, надо 40 минут ездить, вспахивать вот это поле. Ну, может быть, ты быстрее управишься, конечно. Ой, я какой кривой-то, ужас. Ладно, парни, я, наверное, не буду тратить ваше время. Смешно до сих пор. Давайте подводить итоги. В общем, если вам очень всегда хотелось что-то такого, то, что мы видим на экране, вспахивать поля, заниматься фермерским хозяйством, вы достаточно неплохо знаете английский язык, либо готовы сидеть со словарем, переводить задачи, которые перед вами ставятся, а также у вас есть тяга к чему-то такому однообразному, монотонному и, может быть, отчасти унылому, но просто вам не хочется, не знаю, выходить в онлайн и получать люлей, а здесь вы будете всегда победителем, как вариант, то, наверное, все-таки эта игра подходит для того, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня, возможно. А других причин я, если честно, даже не знаю, зачем нужно играть в эту игру, но она реально очень однообразная, и я не знаю, что вы здесь получите. Я так понимаю, придется заниматься всем, там, от спахивания полей, там, до снятия урожая и прочего. Заниматься наверняка апгрейдом и покупкой техники, что-то мне подсказывает. Покупкой собственных полей и создание собственной империи. Но, все это будет сопровождаться, безусловно, вот этой вот монотонщиной. Скорее всего, потом вы сможете вообще нанимать даже рабочих. Но, тем не менее, пройти, видимо, путь такого заядлого колхозника вам придется. Еще раз акцентирую внимание на то, что нужно знание английского языка, либо желание сидеть с словарем. Если у вас это есть, то можете попробовать. Но я на этом закругляюсь. Если смотрели, то огромное спасибо и до новых встреч.